Сейчас Владимир Иванович вывозит прицеп. Может быть, и доски заберет. Ну что-то с прицепом не то, да? Такой звук. Шины спущены? Не, это трется по крышку. А где мой Костя делся? Пойду хоть гляну, что там в том гараже. Мы приехали, я туда и не заглядывала. Как-то даже не думала, что там все перекопано. Просто Владимир Иванович обещал трубу летом сделать, и думала, он ее сделал. А, вон оно что. Такой ров прокопал под трубу, а вон и трубы лежат уже. Ага, значит, осталось эти трубы сюда закопать, и будет выгребная яма выливаться туда, в огород. Как-то так. У нас тут во дворе тоже нужно докупить песка, поедем в эпицентр с Костей. Сюда насыпать песка свежего. Палатку Костя Алисе собрал, но что-то мне кажется, что уже не по погоде она. Даже если настелить что-то теплое вниз, надо ее убирать, чтобы Алиса туда даже не лезла. Горки помыть нужно. Трава вся мокрая, дождь был. Я иду к Лемушеку и к Тимке. Хотела Тимку выпустить, но все такое мокрое, что, наверное, пока не буду. Лимош, ты бы уже в будку перебирался, что ли? Я вот думаю, ему в будке какое-то гнездо сделать. Я читала, что сено и листья очень любят еноты. Я хочу ему настелить. Может быть, он в том гнезде будет спадки. Лимося, доброе утро. Енотик наш. Лимошечка. Лимосечка. Малыш. Портится погода, да? А на зиму, я не знаю, я еще буду читать. Выдерживают ли еноты температуру. И в будке, я предлагаю еще одну будку поставить, такую маленькую, в которой он спать будет. Но на зиму мы сделаем какую-то небольшую клетку дома и будем на ночевке точно домой его забирать. Даже если он выдерживает температуру, потому что я ночью буду очень переживать. Днем-то мы хоть его видим, мерзнет, не мерзнет, а ночью мало ли. Но то, что лимону на улице лучше, это однозначно, потому что тут свежий воздух. Более приближенные к природе, в которой он жил бы, условия. И плюс два вольера. Дома стоял один, вот этот. А здесь он как будто бы в квадрате. Их два. Поэтому, конечно, ему тут лучше. Здесь какие-то опилки валяются. Надо будет их запылесосить. Костя мой покупал такой специальный пылесос. Для травы, для улицы, для мусора. И вот это тоже надо запылесосить. Короче, во дворе работка есть. Газоны надо действительно покосить вот здесь хотя бы. Работка есть. Ну, остатки можно и веником замести. Так хорошо, когда тут машины не стоят. Сейчас все заставим. Костина машина, Настина, Надина и вот этот бус. Я думаю, всю эту дорожку займут полностью. А я, наверное, попрошу Костю сегодня вынести теннисный стол. Почему бы и нет? Обе девчонки здесь. Будем играть с ними. Да, качалка, конечно, вид потеряла. Если так присмотреться. Оно уже совсем не выглядит новое, какое-то подранное, грязное. Надо будет стирать. То ли ее уже стирали, она какая-то странная, если честно. Ткань. Но вместе с тем все равно грязная, не знаю. Наверное, еще раз постираю, сниму чехлы. Тут все пыльное. Короче, работы во дворе очень много тут. Будем сегодня возиться. Листики посгребаем. Ну, прям хочется, вы знаете. Это так классно во дворе у себя прибирать. Реально прям хочется. Лимошенька. Лимосенька. Да, у лимона явное ожирение. Что с тобой делать, а, парень? Как будем бороться с твоим ожирением? Лимончик. А, лимончик, сегодня выпущу тебя, будешь во дворе бегать. Я тебя не боюсь. А я тебя не боюсь. Я видела, как тетя Оля с тобой общается. И поняла, что тебя можно не бояться. Судя по всему, он все-таки после кастрации изменился. То есть он стал более спокойным. Да. Чем я тебе там пахну? А? Лапулечку, ляпочку, лапутулечку. О, как я их всех люблю. Соскучилась. А я чего-то в прошлый раз только вот здесь высокую траву заметила. И решила, что тут нормально. Либо она уже подросла и тут. Ну, смотрю, что здесь реально надо косить. Костя прав. Уже она тоже такая кустиками. Ай, как хорошо пахнет. Воздух такой лесной. Здесь лес недалеко.
На море был морской воздух, но лесом не пахло. Здесь прямо так после дождя пахнет лесом. Классно. Как обычно при воспалении легких. Довольно такие обширные дозы и довольно сильные. Они себя здоровыми не чувствуют. То есть уже осложнение там на дозу. Вы про коронавирус тут рассуждаете. Чем лечится? Как от воспаления легких. Лечат как осложнение вирусной инфекции. А в принципе, я думаю, что самым действенным лечением будет вот это, что поляки придумали. Ну, собственно, они придумали это, само собой напрашивалось переливать плазму этих переболевших людей. Чтоб антитела попадали. Ну, да. Ну и профилактика коньячком. Очень смешно. Я думаю, что коньячком все эти и чесноки, и цибули, они хорошо помогают от вируса. И чеснок, и лук. Все, едим чеснок и лук. Кость, вы только так ставьте, чтобы мы потом автобус затолкали. Нельзя. Мне нельзя? Ну занесем то, что будет. Автобус, да? Да. Мы же это перенесем, потом накроем яму. Это для ямы. Так а что здесь надо докопать, Владимир Иванович? Давайте мы докопаем. Что там осталось? Не, мы же человека нанять, он быстро. Ну да. Давайте доделаем уже это. Ну тут уже все есть. Тут только прибрать надо перед этим. Просто прибрать надо. А так уже все прошло, у вас зарядочка. Лук за дырку выкопал, чтобы человек встал с перфоратором и пробил. Какую дырку? Ну вот это, чтобы он колодец. А, вот эту трубу. Да, и чтобы он пробил изнутри. Отсюда, да, туда. Надо делать, пока не холодно. Это как раз сейчас момент. Где-то через неделю. Его не будет меньше. Садись, покатай. Спасибо, было бы там чистенько. Подождите, а зачем его опять во двор? Еще грузить шкаф. Боже. Просто Надя говорила, когда стоит во дворе прицеп, все машины не помещаются. Че, он где-то в другом месте стоял? Подожди, сейчас. Может, он хочет застелить что-то? Скорее всего. Грязный. Он говорил, что у него какое-то полотенце там с собой или что-то такое, тряпка. Торопиться не надо. Болтик надо купить, сходить. Кого? Сходить или съездить? Ну, тут магазин есть, там болты продаются. Дружная команда. Два из сундука. Синхронизация. Мне напомнило сразу вот это Шурика, приключение. Почему-то. Ассоциация. Так, палки все забрали. Еще зеркало. Зеркала. Так, ну что, надо сейчас... Надо подрулить лучше к какому-то краю, чтобы я мотоциклом из велосипеда не... Чтобы Костя мог на мотке выезжать. Сейчас посмотрим, как они вытолкают. Блин, мне неудобно. А ну, я попробую спереди тянуть. А он на тебя не наедет? Нет. Уверен? На это можно тянуть? Богатырский ежик. Капец.
Кость, вам надо с Кости как-то раз, два взяли. А там нету где. Ну сейчас. Нету где разбить. Давай на счет три, Кость. Раз, два. О, видите? Потому что он там раскачивает, видно, что не в такт, как ты тянешь. Чтобы он же не врезался, Кость. Да тормоз даже есть. Вроде. Что это было? Мотоцикл задели, не? Да вроде целый. А что это? А что так затрещало? На видео потом посмотрим, задели или нет. Мне кажется, что твои выхлопушки, Кость. Да? Все, как в дедовских в лес вывозим. Ну что-то затрещало-то капитально. Как будто ломалось. И твои выхлопушки как раз могли задеть, мне кажется. Ну, где-то по дороге отвалится, значит, они. Что, я первый раз заметила, что тут Шевченко висит. Это сейчас повесили или он был? Был. Серьезно? А и Лазовский. Угу. Вроде, а может и нет. А Лискины мотыки? А это чей велик? Это Катюхин, надо с колесом говорить. Боже, а что он так убого выглядит? Накачать надо. Надо это, отвезти его, пусть его там смажут, почистят. Да, еще. Ворота не закроются. Еще ворота не закроются. Там возле Любого есть. Нам надо звонить. Да, нормально. Я Дашкин возил, я возил на Газбет магазин. Ну попробуйте закрыть, да? Закроются? Это закрывается. Да, закрывается. Ура, у нас есть гараж. Да, сюда выйду. Это насчет шуруповерта аккумуляторного, там проблема, его искать надо. Мы его в Одессу брали, и он сейчас где-то в вещах. Ну то давайте такой хоть. Мы можем на работу возьмем буквально завтра. А? Буквально завтра, наверное. Да можешь наш дать, Кость. Ну, дай наш. Дай. Берите наш, да, Владимир Иванович. Мы переживем без него пару дней, да. Ну, если что, найдем аккумулятор. Да. Он же где-то лежит. Я сейчас вещи разбираю, как раз найду. А что это за рисуночки получились такие? Рисунки? А вот. Это обкуривали что-то, оно. Красиво. А, слышишь, может, я туда поставлю эту штуку, а эту здесь поставим. А сейчас с Костей все равно будет этой штукой же сегодня работать. Сейчас здесь поставлю. Слушай, а этот можно самому, я думаю, ставить, исправить, если там камера целая. Конечно, накачать, да, хочу. Накачать и все. Нет, а понятно, но все равно надо отдать на этот, на ТО, чтобы они все посмазывали, посмотрели, 4 месяца велики стояли. Да, за 4 месяца, это весной. Да? Блин, стричься надо, капец. А? Стричься надо. Все. Прошеньку берем. О, а вот это. Не закрывайте. Еще не все, Владимир Иванович. Слушай, давай тогда и горку эту занесем. Или помоем ее сначала. Керхер. Все равно же не покатаешься на ней. Тут автомобили стоят. Керхером, да, керхером. Решили, что неправильно поставили машину. Надо к тому краю, чтобы был проход. Сейчас как-то будут переталкивать, выруливать. А потом назад, да, толкать? Стойте, вы сейчас уже в прицеп едете. А теперь с той стороны, да. Колеса вывернете чуть-чуть. Да. Сейчас мы по диаметру туда гоняем. Стойте, 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 цветы! А!
Теперь совсем чуть-чуть, да? А? Нет, еще можно чуть-чуть. Ну давайте немножко, чтобы я потом где-то увидел. Хорош. О, все, супер. Можно назад еще, да? А у меня когда-то в маршрутке зеркало не сбило. Капец. Я стою в одну сторону, смотрю, короче, она проезжает и прямо вот так вот. Капец. На скорости? Да, на скорости. Жесть. Я так поворачиваюсь и вот так, ну, жесть. Голову отвел. А так бы меня вырубило, ну. Хорошо. Ну да, так и убить может, наверное. Наоборот. Да-да, наоборот. Мы сильно плотно. Все, хорош. Блин, ко мне прицепилась это с клипа, а море не просто вода. Богатырский вид. Опа, въехали в гараж. Ох, Лимоша там разбегался. Пойдемте посмотрим, разыгрался. Ах ты, Игрун, ах ты, Игрун. Игрунчик такой, ты радуешься? Ты радовался, да? Что хозяева тут гуляют. Поговорить с тобой можно. Да, Лимоська? Да, Лимоська? Мой колёска. Хорошка, Лимошка. Ой, ой, зайкин. Зайкин мой, зайкин. Такой зайкин. Лимончик. Лимончик. Сейчас тебе орешков принесу. Да? Да, сейчас мы Прошеньку занесем. Мой зайкин такой, такие глазки, глазенькие такие. Кстати, по поводу тети Оли, ей очень нужна работа, нужны деньги, но она раньше шила игрушки, сейчас она уже устала это делать, и она говорит, что она бы не против была за нашими животными смотреть и дальше, ей нравится. Я вот думаю, ну, с одной стороны, хорошее предложение, мы с ней вдвоем гораздо больше, будем успевать ее и вообще. Было бы неплохо. С другой стороны, она же ездит постоянно на маршрутках. Опять-таки, в этот сезон вирусов я даже не знаю, как поступить. Напишите мне в комментариях, посоветуйте, как мне с этим быть. Посоветуйте мне мою пузику такую. Пузика. Не, Лимон стал намного спокойнее. Тетя Оля его реально ручным сделала. Уже реально вообще не страшно с ним общаться. Ой, листики там. Ты же моя зайка. Листики достает ореха. Лимошечка. Лимошечка, давай тебе сорву. Оп, держи. На, держи, поиграйся. Дерзай. Будешь играться листиком? Ты на качельке катаешься? Расскажи мне, Лимончик. Качаешься на качельке, которую тебе повесили? А? Солнце. Оп. Уронил. Уронил. Какая голова теперь маленькая против тела, кажется. Лимоша, надо тебя гонять, чтобы ты худел. Марафоны делать, я не знаю. Ага, окей. У тебя какие сегодня планы? Будем во дворе порядки делать, косить траву? Ничего, что мокро? Да, Владимир Иванович, мы все потом заметем. Да, мы сегодня тут будем прибирать. Воздуходувку свою распечатал наконец-то. Да. Затяну. Насос? Да. Коробки. И водой будем? Не, воздуходувка, которая мусор собирает. У Кости есть. Не подметайте, мы все равно будем убирать. И косить. И те щепки мы сами уберемся. Какие? Ну, от тех досок. А вас вот это обрезать можно или нет? Нужно. Ага. Обрежем. Нужно. Мимо него нереально пройти, скажи. Да. Какой недвижонок. Да, мы его на руки тоже будем брать, как тетя Оля, пробовать, я думаю. Смотри, он ручной стал совсем. Ну, видимо, у него уже это... Да-да-да, я тоже думаю. От стерилизации. Я тоже думаю, что это с этим связано. Да, ты веселый уже. Гоняет. Веселый какой. Бегал, Лимоша, так бегал. Привет.
Так он мне это, я ему вот так руку когда, ну, засовывал, короче, он как кот ее грызет, но не кусает. Лимончик. Лимончик, хотел сказать, давай выпустим, а тут же Владимир Иванович. Сейчас на него как побежит. А он потом что, сам заходит? Да, заходит. Лимоша, выпустим, выпустим. Вот уедет хозяин и выпустим. Хозяин дома. Читала я кое-что, что вот листики сухие надо закидывать еноту в клетки, они из них делают гнездышки. Как раз так хорошо выдергивается вот эта трава между плиткой. Все, прошу, забрали домой. Но самое главное, чтобы кошки не достали его. Тут же кошек полно ходит. Я думаю, лучше в нашу комнату, Кость. Если... Алиса проснется, потом занесет. А, ну хорошо. Я имею в виду, если вот батон лапу просунет, знаешь. Да батон с ним жил уже. Мама, она просыпалась из-за того, как плакала. Да, бедненько. И заснула опять. Да. Прошенька, тут тепло. Батон в Одессе с ним жил. Че, нормально, они знакомы. А, батон с ним знаком точно. Я могу дошить. Я пошла поснимать, как девчонки Мама, во дворе гуляют. Я такую дверь. А чего? Они уже домой пошли. Давай вот это уберем. А чего ты дверь закрываешь? Пусть будет этот... А, батон убежит. Ну да. Поняла, мама. До свидания. И остались стоять. Да, мы с Надей вышли с девочками погулять. Они мимо нас прошли. Это холодно. Говорит, там холодно. Закрывай дверь. Алиса разулась, говорит, я не буду гулять, мне холодно. Пока я к Алисе. Спасибо, что хоть попрощались. Слушай, и то уже хорошо. Не говори. Я уже говорю, что я, наверное, сюда переселюсь. Теперь ты, Лена, поймешь, что такое муж пропадает в гараже, да? Я вчера это говорил, что я сюда переселю. Раскладушку поставлю. Довольно ему... смотри. Да не обязательно с ночевкой, Костя. Жить так жить. А, понятно. Ну, живи. Будешь любоваться портретом. Да-да-да. Что, библиотека большая? О, да. Умный будешь. Такой хороший. Прошеньку вынесли на солнышко. Погреться. Он кайфует просто. Детка, ты мой кайф. Песенка есть. Да? Да. Ой, хорошо. Да как? А чем ты заклеил? Крем-комплект купил. Фу, как понять. Ну, клей. Хотела сказать, у меня точно нет коронавируса, но теперь уже... Уже это не симптом. Обе мамы вон. Запахи все чувствуют. Что ты там смеешься? Не думай об этом. Он есть везде. Да, он уже просто везде, это точно. Все переболеем, у всех будет иммунитет. Главное, чтобы все выжили. Мы перевернули эту штуку и хотим ее помыть с Катюшей. Но что-то слабенький напорчик. Надо искать какой-то самый-самый такой. О, вот такой. Вот такой. Хотим ее помыть и спрятать в гараж. Может, лучше давай на траве, а то там намочим сильно и не сможем играть. Слышь, Кать, давай ее на траву перетянем. Заодно траву польем. Не скучно теперь. Видишь, я тоже делом занята. Удобно с этим шлангом. Ой. Так, ну что, я немного протерла нашу качалку и хочу, чтобы Костя ее сейчас вот сюда передвинул. А там мы поставим стол и стулья.
Вот эту качалку вот сюда, под окошечко. А если дождь ночью пойдет и все это нам... Мы поедем в эпицентр сегодня, брезент купим. Все нормально, все продумала. Это с Костей, да? С Костей? Может, со мной, не? Это будет тяжелое. Так ты здесь же, где-то рядом? А, сейчас Костя придет уже. А, хорошо. Давай, не тебя ждут. А тут сюда ты стул. Да, со стульями. Будем здесь, может, и кушать, праздновать. Да. Наш приезд. Да. Кушать тут будем, на столке играть. Стол не поставить, сесть на эту качалку? Нет, Кость, это перебор будет. Там стол со стульями хорошо станет. Да, он огромный, он должен быть под навесом. Так будет все наляпано, качалка качаться не сможет. А может качалку поставить вот так вот, а здесь стол и стулья? Ну, если она так влезет. Можно попробовать. Ну, есть мужчины, пускай так. Попробуем, да. Но мне кажется, что она широкая очень. А ты ее протирала? Да, а что, не видно? Ну как, видно, что размазала. Спасибо. Ну иди посмотри. Хорошо, что вот так вот еще не сделал. Как? Так вот. Что это? Ну так не с одного раза. Сейчас еще буду протирать, что ты хочешь. Но очень пыльная была. Очень пыльная была. Лимошу можно выпустить? Побегать? Да, я сейчас только уеду. Он не чухнет куда? Не, он сам даже заходит потом обратно. Единственное, надо, чтобы ты заткнул вот там за клетками. Он туда вечно лезет. Пошли посмотрим, чем там можно заткнуть. Какими-то бревнами надо закрыть дырку. Вот там за его клеткой. Аж там, чтобы он туда не лез. Вот там какая-то щель есть, через которую он может выбраться в огород. Видишь? То есть заткнуть каким-то бревном таким высоким. Он, если поумнеет, может в огород выбраться и вот так. По клетке сюда, потом по ветке и вперед. Мне кажется, он не пойдет в огород. Ему и тут хорошо гулять. Да, Лимося? Лимосечка. Он наскучит, а он чухнет. Масенький. Мы тут с Надей сорвали орешков. И я хочу попробовать их раздавить в руке. Когда-то получалось. Когда-то. Ты что, хочешь сказать, я слабее стала? А ну ты сможешь? Да, чуть-чуть кашу. Вот зажимаешь два ореха рядом, и они колются друг об друга. О, спасибо. Будешь? Нет. Ням-ням. Полезный, свеженький. Слушай, надо в интернете почитать, как еноты с большими собаками уживаются. Вот если купить щенка овчарки, ну, такого совсем маленького, и попробовать их сдружить, может, они вместе бы и жили, грели бы там друг друга себя... в будке вместе. Ну, спали. Как-то маленького щенка к нему совать страшновато. Не, я ж не говорю, что совать. Сначала так, показывать время от времени. Ты ж хотел суслика завести, чтобы он с енотом жил, помнишь? Какого? Такого, который на задних лапах стоит. Ты мне все время говорил. Да. Он не будет с этим. Почему? Этот его заберет. А ты говорил, что они ладят хорошо. Мам, можно заберет? Можно. Выходит такая Катя и говорит, пап, можно твою кофту? Костя говорит, ты же ее уже надела. Мам, можно твой велик? Спасибо, так катайся, конечно, что можно. Можно было и не спрашивать. Для своих детей ничего не жалко. Смотрите на Надю на лицо. Я ей рассказала, что от газировки сильно полнеют. А, мне послышалось, добреют. Ну, добреют, в смысле полнеют. Да, я имела в виду. Что это? Это соблазн. Просто очень хотелось. Мне тоже. Тебе еще пока можно. Обтянул же. Прошка, ну что ты там кричишь? В общем, мы уже передвинули. Не дождались Кости, сами передвинули. Я, Надя и Костя. А он как раз и пришел. И сейчас подметать буду. Буду тут подметать. Снимаю паутинки. Сейчас с Костей пытаемся разобраться, как этот стол собирается. Потому что Владимир Иванович нам распаковал и стол, и стулья. Теперь ни инструкции нету, ничего. Стоит вот так, простоял все лето распакованный. Ты мне пока керхер, да, я помою плитку, пока ты разбираешься.
Дашь? Да. Увлекся. Это кто, не Костя вышел? Это жена Кости вышла. А? Так Костя говорит, не Костя вышел, я говорю, жена Кости. Но он сейчас тоже может выйти. Но тебе жена может не хуже помочь, чем Костя. Конечно. А я думал, Костя тебя кёрхом подключит. А он умеет? Ну, вроде браво. И стол собираем. Слушай, это лимон или прошу? Не пойму. Не, это прошу. А у кого он так научился? Он не издавал таких звуков раньше. Может, у этих, у хомяков? Да ладно. Или у этих, у шиншилл, да, запросто. Не, ну у шиншиллы, да, они разговаривают. Может, этим помнешь? Нет, мне кёрхер. Удлинитель, черт где надо искать. Ага, удлинитель же надо. Ну, для шкафа вы принесли сегодня удлинитель? Для шкафа нашли. А мне помыть плитку прям сложно. Нормально? Я сначала подумала, собака какая-то визжит. Потом думаю, что ли лимон так научился, понимаешь? Потом смотрю Прошу. Может, не научится, пока будет с Прошей. И лимон. Да это Проша у всех учится. Имитировать звуки. Надо ему какие-то песенки включать. Петь будет. Новости рассказывать будет петь. Не, лучше пока уже поет. Мне кажется, он вылететь хочет. Нет. На свободу ему нельзя, потому что его сразу забьют птицы. Ну, конечно. Это даже, ну. Слышишь? Угу. Роша хороший. Хороший. Привет! О, привет. Сказал привет. Да. Короче, не хочет мне Костя Кёрхер подключать, он занят. Я пошла домой. Где вы там? Эй! Ты что закрылась? Нет, мама, ты закрылась! Нормально? Алисочка, включи свет, пожалуйста. Еще и свет выключила. Я хочу к вам. О! Нет, мама! Нигде я не нужна. Что ты так долго его собираешь? Наши люди так делают, что без геморроя нельзя даже 4 полтора. Что надо подкинуть. А что там было не так? Ну, изгибы вот этих вот не совпадают. У Даши в школе учительница умерла от коронавируса. Надя говорила? Даша. А, Даша. Ну, не ее учительница, а младших классов. Ну, походу, получается, в школе его полно, как и в 17-й. Ну, наверное, везде полно. Олег Винник заболел. У него уже двухстороннее воспаление легких. Мне кажется, скоро будет момент, когда будет меньше людей, которые не болели, чем болели. Я же говорю, как Иваныч говорил, все переболели. Угу. Пока такой общий иммунитет какой-то. Вместе перенесем? Конечно. О, нет. Так погорячилось сказать, конечно. Позови Костю. Костя ушел. Ого, Геракл. Он реально тяжелый. А Костя куда? Я не знаю, то ли с Надей поехал. И Надя не дома? Ну, Надя же за запчастями куда-то. А. Такой столик выглядел красивее. Там на сайте. Стулья надо протирать 100%, они там, наверное, такие грязные. И стол надо помыть, мне кажется. Я вам кверхром ту помыл. А, ты плитку мыл уже здесь, да? Плитку мыл и вот эту помыл. Ну, а, сам. Супер, молодец. Значит,
Слушай, они такие были подозогнутые или это... А? Они и были такие вот подозогнутые вот так вот дугой, потому что вот тот более вроде ровные эти подозогнутые. Я думаю, вдруг от того, что они долго друг на друге стояли, они так загнулись, не? Уже чистенько становится во дворе. Еще вот эти углы плитки, ты там не мыл? Да, именно углы. Да, да, вот там, где стекло, видишь? Стулья эти очень тяжелые, но для двора оно, наверное, даже хорошо. Классно, сможем тут двумя семьями сидеть. И попробуем вот туда уместить качалку сбоку. Сейчас она высохнет, передвинем. Смотрю, тебе так нравится в частном дворе возиться, что ты дома и не появляешься. Хорошо, что когда красота наводится. Хорошо. Ты сейчас туда полетит, может. Куда? Ну, нет. Так? Костя решил и горку помыть кёрхером. Вот там, где ногами, там грязно. Да, вот там. Все? Пока все, лучше траву косить. Ну да.